Может быть, я вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно, и это очень хорошо, и их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которой в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, что это стоит? На сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран. Малодоступная. Но люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить. Пойдите объясните им, что они должны еще прозябать в нищете лет 20-30, и их дети будут в нищете. И объясните им. В целом, конечно, мы не можем не поддержать тех идей, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии. Надо только исходить из реалий.